Всем привет! Сегодня мы прогуляемся по левому берегу города Новосибирска и расскажем вам про улицу Аникина. Она находится в Кировском районе. Ее протяженность составляет 1 километр 637 метров. В 1965 году, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, несколько улиц города были переименованы в честь героев войны. Так, первая Оловозаводская стала улицей Аникина. Михаил Владимирович Аникин был командиром 65-й гвардейской сибирской добровольческой дивизии в годы Великой Отечественной войны. На улице Аникина разнообразный жилой фонд. Дома советской постройки, частные дома и дачи. Новые многоэтажки в современных жилых комплексах. На Аникине находится жилой комплекс 6 звезд. Звездное название говорит само за себя. Здесь есть все для комфортной жизни. Детские и спортивные площадки, парк с водопадом, велодорожки и подземная парковка. Рядом с улицей Аникина еще один современный жилой комплекс «Сергиев Пассаж». На улице Аникина развитая инфраструктура, несколько детских садов, в том числе недавно построенных, школа номер 192 и школа номер 49, которая считается одной из лучших в Кировском районе, Сибирский авиационный кадетский корпус имени Покрышкина, магазины разного профиля. Буквально в 10 минутах ходьбы один из крупнейших торговых центров города – Мега. Это отличное место для шопинга и для семейного досуга. В Меге более 200 магазинов одежды и обуви, кафе и рестораны, ледовый каток, детские игровые площадки и 3 гипермаркета – Ашан, Леруа Мерлен и Икея. Хотите отдать своего ребенка в спорт? Для этого здесь есть все возможности. В начале улицы Аникина расположена детская спортивная футбольная школа. Летом занятия проходят на искусственном поле, а зимой – в зале. А любители плавания могут посетить расположенный по соседству со спортивной школой комплекс «Бугринский», где есть бассейн с 4 дорожками. Те, кто любит прогулки на свежем воздухе, порадуют близость расположения парка «Бугринская роща», одного из самых любимых мест для отдыха у жителей микрорайона. Его открыли в начале 70-х годов прошлого века, а несколько лет назад реконструировали, уложили новый асфальт, открыли детскую площадку, сцену для мероприятий, пространство перед которой зимой заливается под ледовый каток. Многие приезжают в Бугринскую рощу, чтобы полюбоваться видами Бугринского моста со смотровой площадки. Отсюда открывается впечатляющий вид на мост и реку Обь. В парке есть летние домики и беседки с мангалами, а дорожки спускаются прямо к Бугринскому мосту. На Аникина удобная транспортная развязка. На автобусе, троллейбусе, трамвае или маршрутном такси за 15 минут можно доехать до площади Маркса. Автомобилисты легко могут добраться до правого берега по Бугринскому мосту. Обращайтесь в жилфонд за решением вашего квартирного вопроса. Несколько офисов агентства недвижимости расположены как раз недалеко от этой улицы. Сегодня мы рассказали вам про улицу Аникина. А какие еще микрорайоны и улицы города могли бы быть вам интересны? Пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и ждите новых видео. Всем пока!